Всем привет! С вами Мария, и сегодня у нас новый урок английского языка Present Continuous. Настоящее продолженное время. Эта форма связана с действиями, которые уже начались, но еще не закончились. И об этом действии мы сейчас говорим. В английском языке это может записываться или говориться следующим образом. Например, я что-то делаю. I'm doing a homework. Я сейчас делаю домашнюю работу. И я еще ее не закончила. Или, например, she is driving to work. Она едет на работу. В данный момент она выехала из дома на работу и еще не закончила свой путь. В английском языке это время переводится на русский язык. Например, I'm reading. Я являюсь читателем, да? Но это буквальный перевод. На самом деле, на русский язык правильно переводить «я читаю» в данный момент. Поэтому вот в этом небольшом различии в переводе на русский язык present continuous важно все-таки использовать русскую речь грамотно, и никаких местоимений или деепричастий, является там еще какие-то, не должно употребляться при переводе на русский язык. Собственно, и в этом и есть вся тема. Единственное, я бы хотела еще добавить, что при формировании present continuous используется форма глагола to be в трех формах. Am, is и are. И добавляется у всех глаголов окончание ing. При этом выражение present continuous выглядит следующим образом. I am doing something. Я что-либо делаю. Я в процессе выполнения этого действия. Я начала его ранее и до сих пор не закончила. Вот что такое present continuous. При этом местоимения вот эти am, is и are привязывают действие к настоящему. А глагол с инговым окончанием называется причастием. По смыслу он больше напоминает прилагательное, которое отвечает на вопрос «какой?». То есть «я делающий что-либо». Но это буквальный перевод. А на самом деле на русский язык следует переводить «я делаю что-либо в данный момент». Ну вот это все на этот момент. Пока-пока.